Всем привет, с вами Тимофей, я играю с Лорандом Магом. Если выиграю, он станет полковником. Точнее, он уже 100 раз был полковником, но 100 раз уже обратно слился. И, как видите, у нас тут замечательно наслив все взяли опять, как всегда. Ну ладно. Вас хит не выходит. Ну, короче, никогда невозможно, чтобы мне в бою, когда надо поднять рейтинг, повезло. Особенно, если я включил запись. Вот если я запись включаю, то вообще никакого везения ни в жизнь не дождешься. Все как олухи кормят, а ты тащи как хочешь. Ну, ладно. Да, конечно, нога отдал первую кровь мечу. Все как положено. А, это не нага, это хилка. Хилка отдалась. Интересно, как это она так. Так. Прикол, если я выиграю. Блин, вас хит не вышел. Опять не вышел. Ну, вышел. Блин, опять не вышел. Да что за фигня? Ну ладно. О, ВДВ хотел меня гануть. Но как-то неудачно он вышел, что-то. Оп. Ну ладно. Ну-ка, давайте глянем, что там происходит примерно. Ну, ничего хорошего, как я и думал, в принципе. Не знаю, то ли ТПшница к ним все-таки. Только там рядом земли-то почти нет. То ли лучше зафармить офигенно быстро. Ладно, хрен с ним. Раз не полетел, значит буду фармить. Череда побед. Ну, они продолжают около кота кормить. Ну, ясно. Егерь решил их покашить. Понятно. Свалить неприятеля. А нет. А я думал, он написал, пока это типа он уходит АФК. Вампиру надо помочь сейчас. Поэтому летим сюда. Ай-яй-яй. Нормально. Все, почти вышло. Да, блядь. Ну, что за ебаный контроль? А ну, пиздец.
Ну чё ты его не засосал-то, а, ну было? Или у него уже истрачена сосалка? Так, короче, ладно. Я не могу надолго уходить, а то демонолог пронесет. Череда побед. О, егерь покормил демонолог. Молодец. Ну-ка, ну-ка. Контроль есть? А у меня есть. Так, поймал. Товарища обнаглевшего. Мастерство боя. Череда побед. Чё-то они на меня жмут. Ой, вау. Я от страха аж ультанул. Ну давайте контроль уже какой-нибудь. Вау-вау, куда нага там побежала? Ужас. Ой, меня хильнули, ну надо же. Чуть-чуть не достал. О, вот достал теперь. Ха-ха-ха. Эх, ну ладно, не добью, конечно, жаль. Нага, 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 что ты делаешь? Я тебе не буду помогать, нага, прости. Это уже слишком. Беги, нага, беги. Ну, было. Ой, ВДВ под стримом, что ли? А-а-а. Ну, пизда. Сука. Ну почему все глифы вечно у врага? Я не понимаю. Что за херня? Хил несет башню. Интересно. Да вампир, что мы там вдвоем будем делать? Куда ты пошел? Давай нападай тогда. Ну
Ну, я ультанул, что еще от меня надо. Череда побед. Во-го-го, обнова. ВДВ. Ни одного глифа у нас, все у врага. Да почему же так все время, а? Я тебя вижу, сын. Как я попал, а? Понравилось тебе? Жаль, не добил, конечно. Может, мага в лейте затащить? Я не знаю даже. Ага, ну да. Привет, Син. Нарвался таки на лар. Ого-го. Эх, блин. Как он так свернул? Он знал, что это закину? Курица в откате. Сейчас бы убил бы. Да блин, тут Син, да? Ясно. Ну хоть так. И Сина еще, ну. Рощер, отлично. Хоть так, хоть как, хоть что-то. Махает я, конечно, без толку. Ай, бля, ну что ж такое? Почему вот его не застанет? Ведь он же на краю прям прыгнул. Хил не мог пораньше ульту врубить. Нага свой гипноз просрала просто в пустоту во время прыжка меча. Просто сборище нублищ. Двойной удар. Мастерский контроль. Сборище нублищ, на-на-на-на-на. Сборище нублищ, на-на-на-на-на. Попробую-ка я не снести, там вроде хил сильно пронес. Должно быть, я надеюсь, что он пронес. Поскорей. Черт, он увернулся. Зубка, пизда мне. Вот он, ну, а как он так смог, а?
Вот как он вперед меня сбежал, а все равно кинул сзади, а? Ну я прям удивляюсь. Нереально. Первый раз за игру мне повезло, а? Или он такой, ну просто. Первый штурм. Ну хоть его взяли. Мастерский контроль. Череда побед. Так. Десять секунд до ТП. Подождите, ребятки. Надеюсь, я не дождусь. Блин, егерь уже ультанул, значит, замес. Начался. Да что-то, а? Сука, выключайся уже хоть что-то. Почему ведьмака-то все бьют, а? Меча добейте, это блядь. Вот мы блищит, а. О, у него еще и бессмертие. Печально. Как ты убежал, сука, а? Лакер. Егерь это кажется, ну ладно. Я успею. Блин. ВДВ развернулся в последнюю секунду. Лечу. О, вот он как пошел. Нага, 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 ну. Нага, нага. О! Так, и завертелся, сука. А курица в откате, почему, интересно? Непонятно. Непонятно, почему курица в откате. Если он завертелся, не должна была. Привет, ВДВ.
страшно, надо нести их как-нибудь. Лечу. Да зачем вы сосете ведьмака-то, ёпта? Ужас. По сину не попал чуть-чуть. Ладно, башню снесли, ладно, идем следующую нести. О, моща, зашибись. Пожалуй, возьму. Эх, чуть-чуть. Жаль. Ого, контроль какой. Да поставьте же хоть что-то, блин. Нет. Эх, не попал розы, сейчас бы убили. А, он все равно сдох? Я поджег сина, пока он невидимый бегал под моими шарами, он догорел. Ха-ха-ха, вот это да. Прикол, син сгорел невидимый просто под шарами. Угар, вообще. Такого даже я не ожидал. Блин, увернулся гад, а. Стоять, куда ты? Оп, проблемка. Ой-ой-ой, проблемка. О, вот вовремя ультанул, молодец. Вот теперь вот он вовремя ультанул. А кто там сдох? Меч сдох. Вражеский. Как это вражеский меч сдох, интересно. Ну почему все в меня-то, а? Другие тоже бьют. Все прыгают в меня только. Незаменимый боец. Вампир, смотрите, как выносит. И он еще подпал. Или кто он там, майор? Да, вот такой вот вампир, практически, хрен знает скольки, четвертый как минимум, плюс 4, и до сих пор майор. Да, синий егерь. Ну, ладно, в общем, победили, я теперь полковник, на самом деле уже не первый раз, просто я не записывал предыдущие бои. То есть я записывал, но они хреновые были. Так, нанесено урона по героям, 40 тысяч я нанес, нага 20... Егерь 15, ну хилка сеть на 5, а вампир 51 тысячу вампир. Ну, с таким билдом, конечно, еще. Ну, у меня вообще-то тоже уже, пока я на полканах получал по морде, я немножко прокачался. Ладно, всем спасибо, всем пока.